Нам нужно, мы уже посолили, но чуть-чуть добавим соевого в соус. Я, конечно, понимаю, это дополнительная соль, но, правда, так будет вкуснее. Соус. Убираем. Так. Ну, и я думаю... Нет, хочется зелени какой-то. Я, вот у меня есть кинза. Я воспользуюсь кинзой. Как-то уж совсем без зелени. Ну, как-то совсем ерунда. Так, все. Это нам пока не нужно. Убираем. Нам нужна зелень. У нас есть кинза. Прекрасная кинза. Очень многие не любят кинзу. Ну, что я могу сказать? Ребят, тренируйтесь любить кинзу. Кинза очень вкусная. Очень полезная трава. Вы даже себе представить не можете. Поэтому нельзя себе отказывать и своему организму в кинзе. Так, нам нужен нож. Куда я его дел? Вот он. Нарезаем кинзу. Ну, я могу это делать и с закрытыми глазами. Все. Кинза пахнет замечательно. Кто-то говорит, ой, она пахнет клопами. Ребят, я еще раз повторюсь, тренируйтесь любить кинзу. Так, думаю, лучок тоже будет не лишним. Возьму только зелень. Белую часть брать не буду. У нас тут скворцы разгулялись. Так, нарезаем. Нарезаю, кладу, все просто. Добавлю чуть-чуть чили. Есть мне тут начатый. Ну, ничего страшного, он нам тоже пригодится. Так, этого количества будет достаточно. Порубим помельче. Так, есть такое дело. Вот. Добавляем чеснок. Фу. Добавляем чили. Чеснок. Чеснока у нас сегодня в рецепте нет. Хотя это и удивительно, я очень тоже люблю чеснок. Так, все перемешиваем. Вот посмотрите, как это теперь выглядит, а? Как будут выглядеть наши котлетки. Прекрасно. Я думаю, все это нужно делать руками. Перемешиваем тщательно. Другое дело. Ой, запах появился, очень приятный. История. Так, попробуем лепиться. Лепятся еще как. Лепятся наши котлетки. Отлично. Так, фарш оставляем отдыхать. Пропитывать друг друга ароматами. А приступим ко второй части нашего ужина. Это или обеда, или завтрака. Это картошка. Берем емкость. Я немного подготовился, поэтому отварил вот такое количество картохи. Здесь где-то грамм 300. Берем картошку. Перекладываем. В нее добавлять предварительно ничего не нужно. Она должна быть такая плотненькая. Так, возьму, думаю, такого количества. Да нет. Выложу всю. Картошка. Ну что, с почином. С почином нового блюда. Нам нужно сало. Иногда мне кажется, знаете, картошка и сало будто созданы друг для друга. Берем сало. Нарезаем его. Не сильно мелко, потому что мы его собираемся жарить. А
если вы сильно порежете мелко сало, то оно превратится в сухари. А нам нужны шкварочки. Шкварочки из сала. Оп. Сало дорезаем. Так. Теперь сало же нужно где-то пожарить. Все просто. Вот из шампуров делаем себе площадочку. Решетки у меня, к сожалению, нет для этого мангала. Но есть легкий способ ее сделать. Ставим сковороду, ждем, когда она прогреется. Все, выкладываем сало. Берем прямо так на нож все сало. И переносим на сковородку. То есть всю доску таскать не нужно. И ждем, когда это все дело начнет шкварчать. Ну что, проверим готовность нашего сала. Смотрите, сало готово. Здесь получились такие шкварочки или вышкварки. Вот это было нам и нужно. Я еще, пока вы не видели, не удержался и добавил сюда розмарин. Так, перекладываем в нашу картошку. Жирок нам тоже нужен, но я думаю, не весь. Так, чуть-чуть его. Все, я думаю, этого достаточно. Так, теперь все это дело перемешаем. Вот такая пюреха у нас получается. Кусочками шкварок. Очень вкусно. Надо только посолить. Розмарин передал салу свой аромат. Сало очень вкусно. Посолили. Все, я думаю, этого будет достаточно. Сейчас мы будем формировать наше блюдо для запекания на мангале. Берем так фарш и формируем котлетки. Такие получатся люля-кебабы из рыбы. Можно это прямо на шпажке делать, на самом деле. Все, взяли и формируем. Держится? Держится. Так. Но предварительно возьмем решетку.